Добрый день, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Smokers Magazine, и сегодня мы поговорим о трубочном табаке Dunhill MyMixture 965. Название за этим блендом закрепилось еще с тех времен, когда Альфред Данхилл, открыв свой магазин на Дюк-стрит, завел книгу, в которую заносились все рецепты табачных смесей, созданных по просьбам клиентов магазина. Какие-то из этих смесей получали собственные имена, а какие-то так и оставались номерными смесями, продаваясь под общим названием MyMixture. Одним из таких блендов стал трубочный табак MyMixture 965. Наиболее удачные рецепты заносились позже в каталог, первый из которых был опубликован в 1910 году. И в этом каталоге уже присутствовал рецепт нашего героя сегодняшнего ролика. Официальное описание трубочного табака Dunhill MyMixture 965 говорит нам о том, что смесь эта предназначена для истинных ценителей и знатоков. Немного отборной латаки придают табаку насыщенный вкус с нотками ореха и позволяют куриться табаку медленно и не жарко. Оригинальный кавендиш придает вкусу неповторимые оттенки, которых не найти больше нигде. В состав смеси входят также Вирджиния и Ориентал. Табак из банки радует приятным дымным ароматом латаки с оттенками кожи, древесины и орехов и легкой сладостью на заднем плане. По цвету табак широкого спектра, от светлых вирджиний до темно-коричневых ленты, хлопьев, кавендиша и латаки. Нарезка табака идеально подходит для того, чтобы сразу набивать его в трубку без какой-либо дополнительной подготовки. Начало же самого курения спокойное, без изысков, классика, как она есть. Я бы даже сказал, аскетичная классика, и это немного разочаровывает. Все четко расставлено по местам, спланировано, никаких излишеств и всплесков, ну и никаких провалов. К середине курения ориентала начинает проявлять себя более активно. Это становится заметно и во вкусе, и в аромате дыма табака. Вкус становится насыщенно пряным, чуть острым, с присутствием характерной пряной сладости. В аромате дыма царит мягкая, но густая латаки с оттенками кожи и заметными древесными нотами. Во второй половине становится заметна сладость дуэта кавендиша и вирджинии, которым латаки придает кремовый или даже сливочный окрас. Эта сладость не сильная, порой исчезающая, но на фоне характерной игры латаки вполне заметная. По крепости табак можно оценить в 4 балла из 10. Курится табак ровно и сгорает полностью без остатка. В целом Dunhill MyMixture 965 отличная классика. Табак с насыщенным английским ароматом, хорошим вкусом с долей сладости. Но в наш век табачного барокко и рококо эта смесь может показаться несколько скучноватой. Более подробный отзыв читайте, перейдя по ссылке, размещенной в описании к ролику. Там же вы сможете узнать, какую же оценку получил этот табак в рейтинге журнала, задать свои вопросы и оставить комментарии. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до встречи на канале Smokers Magazine.